Вот так вот. Здорово, бандиты. Всем привет. Че, игра видна? Ура, ванвок, привет. Всем добрый вечер. Всем привет. Вы на канале Я Майк Лайф. Эксперт, да? Все-таки я эксперт. Сарай саранчи у меня. Вот игра. Конечно, игра. А тут что? А, просто стример. А потом сарай саранчи. Средний мир. Ну что, давайте, короче, поиграем. А, вот. Подожди. О, играть. Все, понял. Всем добрый вечер, ребята. Я не на запись покопал. Немного. Вот, немножечко побегал. Это, конечно, не привело никаким положительным эффектом. Кстати, да, камера нормально расположена, карта убрана. Меня видно, вроде бы слышно, да? Или не слышно? Ну-ка, дайте ОБС-ку посмотрю. Раз-раз. А, все, все нормально. Ну, картинка видна, я видна. Все в порядке. Так, короче, ребята, я здесь походил. Походил я. А, походил я, короче, вот сюда. Я вот пошел отсюда, выкопал ямку. Вот сюда вот. Вот. И хотел бы сейчас повторить. Потому что у меня выпал какой-то вредный трезубец. Это параша несусветная на самом-то деле. Даже не пушка, а какая-то фигнюшка. Быстро стопнулись в сундуке. А по факту у меня ничего и не было. Так вот. А что, правда, реально ничего не было? Сортировка. А реально почему-то не было. Давайте бабло тогда скинем сюда. Раз. Серебряный сюда. Огонь. А это что? Паутина, кактусы. Желтый бархатец. Короче, во-первых, меч меняем на вот это, потому что трезубец мне не понравился в использовании. А еще у меня есть сундук еще один. Ну-ка, давайте мы его сейчас поставим где-то рядышком. Скорее всего. Наверное, прям вот сюда. Ой, сюда, наверное, поставим. Ну, таким образом. А, я, конечно, не помню, как я складывал, в принципе, все мои предметы. Ну, давайте. А как я там? Через Ctrl, да? А, вон как я поудалял кучу предметов. Надо через Shift это делать. А я через Ctrl это делал. Поэтому у меня поудалялись многие предметы. Я, наверное, из-за этого кучу потерял всего. Оловянная руда, железная руда, вольфрамовая руда. Наверное, стоит... Не, наверное, давайте подкидываю. Сейчас не буду крафтить. Я просто пока что все это поскладываю. Веревка, медная руда. Камень заберу. Веса у меня все равно нету. Огурцы оставлю. Розовый факел заберу, положу сюда. Это гель, это кактус, это рыбка, это наживка. Это наживка на акулу. Можно надеть. Слушайте, я помню. Это куда-то вешается, по-моему. Подождите-ка. Вот сюда, что ли? Во, я вспомнил. А что-то я забыл вообще об этом, что такая штука здесь есть в этой игре. Короче, паутину давайте заберем. Зелье чего это? Зелье чувства опасности. Опасные места. 10 минут. Ну, короче, я не знаю, для чего это нужно. Это кушаем, это кушаем, это кушаем. Это зелье регенерация. Это факелы, это звезды. Ну, оно остается все равно, поэтому пускай лежит. Это сюда, землю. Вот так вот. Так, ну что ж, поперли вниз, поперли вниз. Ой, не сюда, не на тот низ. Давайте попробуем спуститься еще разочек. Я это делал дня 3 или 4 назад, или когда там, когда последний раз была трансляция. Я сейчас не запомнил. А, у меня же, помните, ботиночки, которые позволяют ходить по воде. Поэтому меня так сильно это не парит. Давайте сейчас я пойду спущусь. Я сейчас вспомню, куда я ходил. То есть я сюда не ходил вообще, я забил на это все. Я пошел правее. И бомбочками
разложил себе. А, это вот я, кстати, тоже делал. Чтобы дурачки всякие ко мне не цеплялись. А, наверх я залезал, там нету ничего. А вот сюда спускаемся. Тут шахта. Туда тоже не ходил, как вы видите. А сюда почему-то не повесил ни одного факела. Они почему-то как-то... Ладно, давай мы тебя долбанем. Ты слизни. Отлично. А почему я не могу? А, во, все получилось. А мы сейчас тоже... О, отлично, то, что надо. Здесь я хотел пойти, но я воду увидел. Глядя на карту, мне по идее не так надо, да? Так. Ага. Либо направо, либо налево. Так, секунду. Ну, пойдем прямо. Пойдем направо. Это тоже, кстати, строил я, чтобы на меня не набросился никто. Давайте здесь просто перепрыгнем. И здесь тоже вот так сделаем. Так, и, наверное, сюда я... А здесь не было этой медузы просто, ребята. Просто этой медузы здесь не было. Давайте палочку кинем туда, посмотрим, что внизу. А, я к ней не попадал просто. Потому что я же могу ходить по воде. Приветики. Ого, сумасшедшие какие. До свидания. Ты тоже до свидания. Чуть не утонул. Не-не-не. Идем дальше. Сейчас как раз дойдем до того места, где... Это медная руда, по-моему, да? А почему я перестал ходить по воде? А, все нормально. Это лапчатка, по-моему. Все, мне память не изменяет. Нет, вот лапчатка верхняя. Да. Посмотрите, какой я специалист уже. Помню. Так, вспоминаем. Я проходил вниз, и тут меня кто-то, короче, убивал, по-моему. Ну, мы сейчас вот так сделаем и спустимся пониже. Да, я помню, здесь была жесткая какая-то... А как же спустился, я не помню. Не понял, почему не умер. Ну, хорошо, что не умер. А, там тоже ничего не было внизу в этой воде. Да, там ничего нету. Так, здесь я тоже, по-моему, делал какую-то приблуду. Он не разбился. Отлично. Видите, у меня тут был... А ну-ка, секунду. То есть я вот сюда не шел. Я спускался сюда. И, по-моему, здесь то ли сундуки находил, то ли что-то здесь было. И то, либо я умирал здесь. Ну, в общем, мы копаем вниз теперь, ребята. Вот здесь вот. Потому что там еще вроде бы место есть копать, поэтому давайте будем копать глубже. Чуть промахнулся, видали? Руда справа. Ну, в принципе, у меня нет проблем с рудой, поэтому. А вы не помните, для чего эта рыбка? Что она делает, эта рыбка? А, тут ничего нету.
Тогда давайте прокопаем руду. Он здесь зря растет. Тем более, смотри, какая большая залежи. А он сосед идет. Синий сверху. На голову сейчас. Всем привет, ребята. Добрый вечер всем, кто только присоединился к трансляции. У нас террария продолжение. Так. О! Смотрите, как я удачно. Причем даже не зная карты, как я удачно сюда вкопался. Конечно, наверное, это не тот вариант для меня. Пустите. Главное сейчас не попасть ни на какую проблему. Ко мне это вроде не падает никаких. Давайте будем отсюда тогда вкапываться глубже. Или может быть там что-то есть, а? Как вы думаете? А смотри, там кто-то дерется. То есть кто-то кого-то там наказал только что. То есть нам нужно сюда спуститься. А у меня бомбочек нет вообще, да, никаких? Или, да, гель есть, а бомбочек больше нету. Ну ладно. Гляньте, куда... А! Как я хорошо, что я не прокопал дальше. Тут вода уже была. Сейчас бы вода бы вылилась бы на меня. А подожди, может там что-нибудь интересное есть. Гляньте. Тонул. Гляньте, проблема, да. Зря я сделал так. Единственное, что мы можем сделать сейчас... Это вот здесь прокопать, оставить платформу для ходьбы и прокопать сюда поверху, сверху над водой. А, смотри, паутина. Там железная руда вроде бы, да? Ну, давайте перекапываться. А он почему-то не может упасть ко мне. Не очень понял, почему. О, смотрите, еще раз повезло мне где-то. Куда-то дропнусь. Но, надеюсь, ловушек нет здесь. Там кто-то живет, да? Очень боюсь этих вот ваших фишечек с ловушками. Все время я не могу их определять. Так, нам налево надо, да? Там немножко воды, но не так уж много, чтобы мы могли прям из-за этого комплексовать. Давайте позовем его сюда, сейчас мы протолкнем. Я надеюсь, где-то какие-нибудь катакомбы найдем где-нибудь с сундучками. Хоть что-то прикольное, потому что я как помню, все-таки в прошлый раз мы когда играли, все время какие-то приколюхи нам падали. А вот сейчас играем, куда бы мы ни пошли, что-то мы пока что ничего такого и не нашли ни разу. А гляньте, какой-то, правда. Тут какой-то, смотрите, такого не было у меня. Это что такое? Синенькое такое. Я сколько играл, у меня такое... Ну-ка, давайте покопаем, что это. Платиновая руда. Первый раз такое вижу. Не было ни разу у меня такого. Типа я теперь разбогател, да? Теперь я платиновый магнат. Но не очень много продаю. А у меня дрочка моего друга нету здесь рядышком. Сейчас бы у него спросили бы, что можно делать из платиновой руды. Это же типа самая крутая, наверное. Платина же. Или нет, надо что-то, или есть что-то еще более крутое, помимо платины. Ну, так вроде бы
А, вон летучие мыши, наконец-то. Но я все равно что-то прокопаю сюда, посмотрю. Мало ли там что-то есть интересное. И, наверное, стоит вначале это все... Боже мой, это моя рыбка, это... Ну, давайте долбить будем сюда. Сверху начнем. Это сундук или не, или мне показалось? Нет, это не сундук. Что-то мне показалось. А, кстати, это тоже платина, что ли? Нет, это железная руда. Давайте будем. Мне кажется, тут что-то сейчас должно упасть на меня неприятное. А, долблю ее, да? Огонь. Только бы не попался на какую-то приколюху местную. В виде каких-то ловушек. Глянь, тут тоже какой-то прикол. Слушай, давайте здесь еще покопаем. Блин, такого, конечно. А ну-ка, что-то у меня по инвентарю. Места еще много, поэтому давайте копать. Почему бы нет? Водички тут не очень много. Что это такое? Сапфиры. Ну все, разбогател триммер. Разбогател триммер на сапфиры, все. Уважение, уважение. Все, теперь буду продавать сапфиры. Но мне кажется, они и не нужны особо, эти сапфиры. По-моему, дело не в этом, в этой игре. Не в сапфирах счастья, по-моему. А, давайте сюда. Угу. Ну, посмотрите, что здесь есть. Разное, сколько всего разного. Давайте мы, во-первых... А, попросим... Ух ты, гляньте, он прыгнул прям? Или не, застрял? Не, все, задница, задница толстая. Застряла толстая задница у него. Все, Писюнов, вагонетку тебе. Давайте мы с вами... А это что, вольфрам, да? Вольфрам, по-моему, мне говорили на прошлом, позапрошлом стриме, что вольфрам это не тот, не та руда, ради которой стоит там что-то заморачиваться. Поэтому мы не будем заморачиваться с вольфрамом. А, давайте просто попробуем прокопать вниз. Здесь я должен, я не вижу просто здесь, да, здесь просто камень. А вон тут, видите, не просто камень. Здесь, видите, надо копаться, копать вниз. Там, смотрите, шахта. Я вижу, шахта вот в эту сторону идет. Тихо, тихо. Тут же, видите, все начинается теперь вот эта вот суета. У меня по-прежнему же уровень сложности эксперт. А на самом деле я не очень эксперт. Больше эксперт. Наверное, больше эксперт. Не слышно, да, этого таракана, который... Напугал себя. Ловушки я, ребята, выглядываю ловушки. Ага. Очкую только из-за ловушек. Раз. Два. Три. Опа, такого не было. А что за биом? Да, паутина. Паутину я издалека. Теперь уже вижу, теперь знаю. Привет, Роман. Я думал, уже заканчиваю трансляцию. Думал, все, никого нету. Опа, а ночь, ё. Парный балет. Гляньте, кто-то. А вы не понял? Здорово, Худи. Отлично все. А что за монстр? Такого не было у меня ни разу. Что на Twitch? Короче, не могу настроить, Худи, Twitch. Какая-то у меня проблема с настройками на Твиче. И не могу найти чего-то вменяемого по настройкам. Почему-то у меня трансляция тормозит на Твиче, хотя вроде бы все делаю правильно. Короче, проблема с битрейтом. Я не понимаю,
Короче, как там указать ему битрейт, чтобы и... Чтобы и этот самый, и YouTube нормально по битрейту был, и Twitch. Поэтому я туда и не стримлю. Так, ну чё, давайте тогда мы с вами... Серебряный... А, серебро, гляньте. Большой сапфир. Кристалл. Сапфировый крюк, ребята. Ребята, наконец-то... Хорошо нарож, да, что сапфировый крюк? Но я... Ну, могу сказать, да, что, наверное, лучше меня назвать новеньким в терке, потому что... Я все-таки не тот мастер, которого вы ждете. То есть я уже как бы какое-то время поиграл, конечно, в эту игру. Но все равно, конечно, до мастера мне еще очень-очень далеко. Тем более я тот человек, который за все это время до сих пор еще не победил ни одного босса. Куда-то поставил я, да, крюк? А какую кнопку, интересно, нажимать, чтобы крюк мой... Я ж куда-то его воткнул, да? Крюк этот. Походу, да, что-то куда-то я воткнул. А куда воткнул, не понял. Ну, я должен куда-то нажать, наверное, домой. Не? А, вот он. Можно надеть. Ну, я его надел. А, на Е. Все, спасибо большое. Я говорю, то есть, когда миллион лет не играешь, все, слава яйцам. Все, спасибо тебе, Худи. Я забыл, если честно, какую кнопку надо нажимать, чтобы пользоваться крюком. Давайте нажмем еще разочек кнопочку. Кнопочку вот такую. Платиновую. А, смотрите, о боги, ребята. Вы посмотрите, что могу делать. Во-первых, липкую бомбу я могу делать, а их это мне хотелось бы сразу сделать. Вы посмотрите, а слушайте, а что делать с этими платиновыми штуками? Оставлять просто так, не делать ничего из этого? Короткий меч, просто меч. Очень высокая скорость, сильное отбрасывание. 16 урона. Хрена себе. Слушайте, ребята, что? А, слушайте, а может броню? Или тут для брони нет? Броню, наверное, не могу. А слушайте, давайте узнаем у этого, как там. Где там мой дурачок, этот дружок-дурачок? Давайте у него узнаем, что там я могу с платиной делать. Здорово. Изготовление. Слушай, у меня есть платиновый слиток. Так, вот, что я могу делать? Покажи. А, броня. А, шуба флинкса какая-то. А, это для призывателя. Нужно пройти за мультикласс или за какой-то... Короче, самый дальнобойный класс хочу в худе. То есть класс, который минимизирует время... А вот и мое зеркало, кстати. Мне нужен класс, который позволит мне... Ух ты. А, не хватает. Алмаза не хватает. Да, какой-то стрелок или маг, или как это там, как это здесь в этой игре звучит. Мне нужен какой-то такой класс, который минимально участвует в алмазный посох. Может быть, маг. Платиновый шлем. Платиновый нагрудник. Ни хрена себе. Ничего себе. А где я столько платины возьму? Чтобы можно было это все сделать. А ну-ка, сначала лук. Но видите, он дистанционный какой-то прям. Что-то мне... И урон у него все 13. И без отбрасывания. А еще фиг попадешь. Мне нужна такая параша, как в прошлый раз мы играли. Такая штука, которая позволяла мне... Нифига, то есть никому, ни с кем не сближаться. И стрелять чем-то непонятным. Вольфрам. Мне все время говорили, что какой-то вольфрам это плохая штука, она никому не нужна, и ты типа тоже себе ее не бери. Если честно. Здорово, Максим. Посох Флинса. Короче, ничего не могу сделать пока что с этим. С этими всеми штуками. Поэтому давайте просто закину все пока сюда. Вот это тебе. Вот это тебе. Это Ил. Не нужен нам ил, не нужен нам блок грязи. Сапфир. Но он один, ловушка за дротиками.
Наверное, ловушки с задротки нам тоже не нужны пока что. Платиновая руда. Давайте ее оставим. Бобки, эти вонючки возьмем. Для новичка лучше хотя бы вольфрамовые вещи делать. Да? А подожди, у меня нет разве вольфрамового? Какая-то вообще хрень. А, это монеты здесь у меня. Простите. Глина, затвердевшая, что-то земля. Я раз набор проходил. Ну, я поздравляю тебя, это здорово, наверное. Медный слиток. Короче, вольфрам я не собирал. У меня только 14 руды есть. Ладно, давайте спускаться дальше. Я не везде там закончил. Я не очень понял, почему меня убили там. Что там за дядька, который просто бахнул меня и все. А, кстати, видел? Да, видел. Но, видишь, сам по себе арк пока что не является приоритетной игрой из-за того, что они там прям дюжи не занимаются игрой своей. Совсем не занимаются, точнее. Подожди, а там умер я. Подождите-ка. А как я тут мог умереть? Как я мог здесь умереть? Вот от... А-а-а, я здесь умер. Вот отсюда камень на меня упал. Простите. Я вспомнил. А, вот здесь на меня упал камень, и я здесь все и бросил. Я же говорю, я покопал, а не на запись. И пока покопал, я тут умер и все. И не стал больше никуда идти. Ребят, я рад вашим успехам. Я считаю, что как бы эта игра достойна как бы внимания. Молодцы. Пацаны, я императрицу Света днем одолел. Мне бесполезен. Я... Чуть-чуть-чуть. Тихо-тихо, дурачок. Иди сюда. Давай, до свидания. Смотрите, я сюда иду. Червяк появился. А там не было червяков. Пойдемте обратно. Пойдемте обратно. Здесь мы еще не закончили до конца. Поэтому давайте будем идти. Куда-то сюда мы, да, шли вроде бы. Где-то здесь мы топали. Там сюда. И шел я в итоге направо, да, если не ошибаюсь? Да, умер я здесь. Поэтому пойдемте. Ну, ребят, я... А, все, я вспомнил. Вот эти две дубины, которые ждут меня. Давайте, подпрыгивайте, буду вас долбить. Не торопимся, не торопимся. Не торопимся. Вот вольфрам, но я не буду его. Мало здесь, я не буду его... На мастере, боже, какие вы молодцы. Он говорит, ну вы, наверное, долго играете просто все, поэтому вы такие молодцы. А я слишком мало играю. Я пока что слишком мало в эту игру играю, чтобы... Опа, поехали. Не будем останавливаться на промежуточных станциях, давайте просто поедем. Убийца на колесах, ребята, я убийца на колесах. Ой, все, крайняя остановка, ребята. Все. Так, ах, да, и здесь я спустился, пошел сюда. А мог бы пойти вот сюда и прийти там, где я уже был. Но мы так делать не будем. Я сейчас верну сюда блокировку, чтобы всякие... Не понял? А, все. Вот тут меня, конечно, беспокоит. Я, мне кажется, однажды... А, я могу сюда просто прыгать и все. Там ничего нету. А это вольфрам, как раз о котором ты и говорил. Давай тогда вольфрам здесь соберем. А чё, раз как бы ты говоришь, вольфрамовая лучше, то давайте будем забирать. Тем более мне нужно все равно прокапывать отверстие для спуска. Так что будем забирать её тогда. Давай ты будешь, чё там? Я, видите, ни одного сердечка еще не встретил. Игра просит сейчас третье сердечко какое-нибудь, чтобы хп было больше. А я, видите, еще ни разу не встретил сердечко это. Давайте грибочек кушаем. Кирочку и лук можно бы будет сделать. Вольфрамовую? Ты про вольфрамовую, да, говоришь? Ох ты, зараза, сам виноват. Сам виноват. Кап-кап. А здесь он не смог сам спуститься ко мне.
улитка, да? А куда я спускался? Я шел ниже. А сюда я просто спускался. Здесь летучая мышь была, да, я вот сюда шел. А почему я не взял здесь ничего? А здесь я тоже ломал. Я сейчас сразу закрою за собой проход. Отлично. Вольфрамовый. Хорошо, хорошо, тем более, как бы раз человек... Ничуть не испугался, ребята. Чуть не испугался. Хотел вольфрамовые руды пособирать, а в итоге дропнулся так, как будто бесполезные алмазы. Ну, я не могу с вами там спорить или как-то опровергать, или там как-то соглашаться. Я не в курсах. То есть полезные алмазы, не полезные алмазы, я не знаю. Я вот знаю, что как бы чем ниже спускаешься, тем опаснее. Это вот я точно знаю. Здорово. Ты что сюда прилетела, дурочка? А на кой хрен мне вот эта рыбка, если она ничего не делает, кстати? Для чего она, в принципе, нужна? Чтобы просто так вот висеть у меня над головой? Топ, что-то упало туда. Просто чтобы висеть меня тем, что летает вокруг меня. Худи. Ну вот, ну чё, как бы. Потому что я привык уже. Ребят, только... Потому что я... Я забыл просто. Я реально забыл. А, питомник для красоты. Я тебе говорю, я просто нас... Да? Я реально забыл. Реально забыл, что у меня есть, короче, эта приколюха. Подожди, я эти дуболомы... Отдайте монетки, мам. У меня не было монеток даже. Гоу, поехали. Ля, куда уехал? Ля, какой я опасный. Тормози, телега. Вы видали, что там было? Там были те сердечки, которые просит моя игра. О, да, получилось. Игра просила, я сделал. Это грибной биом. И чем он хорош или не хорош? Здорово, RTI. Много сердец можно... Да, вообще круто. Ля, какой молодец я нашел. Ну, конечно, вам спасибо тоже. Если бы не вы бы не сказали бы, а я бы не знал бы. А это что здесь мне дали? Так, ну мне игра просила один, по идее. А что, нельзя как-то по-нормальному, да? Вот вам. Бомбу сюда. Что делаю? Бах, и все. Слушайте, сумасшедшая летит. Смотрите, ля летит. Ля как летит, сумасшедшая. Будь здоров. А вон параша опять-то бежит. Вон она, тварь, которая бросает меня всем. Вот он в меня бросает всякими приколюхами своими. Слушайте, а как мне можно стрельнуть в него? Его никак не стрельнешь, да? А у него сколько? 120 хп. А он кидается чем-нибудь или не кидается? Просто... Мне кажется, они сейчас меня заманают. Я спущусь, они меня просто завалят. Синие грибы полезны, потому что объясню, с помощью хилки. 50% хилки по 100. Ничего не понял. Предполагаю, что это здорово. Слушайте, а как мне уходить отсюда? Он же выбесит меня. О, да, давайте так. Ого. А где дурачок? Ушел он, да? Так, ощущение, что он ушел. А кто меня бьет?
Ну тупицы. Что там опять слизневый дождь пошел? Слизняковый дождь пошел, ребята. А у меня нету. Здорово, дед. Здорово. Давай. Зонт отдай. Отдай зонт. Ну и ладно, жадоба. Жадина, говядина, соленый огурец. Даже зонт не дал. Фу. Видишь, я... Ну, в принципе, зелье, оно лечит. Оно лечит на 4 хп, можно превратить в зелье, которое лечит во 100 хп. У меня есть на его слоту. Каком? В 5 слоту. Не, ну классно. Классно, если можно превратить, это хорошо. Так, давай сейчас я... сейчас я выключу это все лишнее. Давайте мы с вами скрафтим слитки. О, скрафтим. Вот это, кстати, нужно заюзать. Оп. Хренак. Ля, как молодцы, да? Вот молодцы. И вот это тоже. Так. А это что такое? Стремительный глубинатор. Глубиномер. Можно надеть. Пока с глубину. А что это нахрена нужен? Давайте оденем. Куда его там одевать? Все равно. Ну, то есть он, наверное, не нужен ни хрена, но тем не менее, типа, раздали, пускай будет. Так. Заходим сюда. Что это такое? Медный короткий меч. Вольфрамовый. Что ты говоришь? Вольфрамовый лук. И вольфрамовый. Что там ты говоришь? Кирку вольфрамовую, да? А у меня нету больше. Блин, зачем этот лук сделал, если мне нужен вольфрамовый, что-то там другое еще. Но у меня, по-моему, есть какие-то еще ресурсы. О, а нет, это медь. Это вольфрам. Медь давайте воткнем сюда. Землю нахрен. Ловушку за дротиками. Ну, не будем выбрасывать. Лук. А я без стрел могу стрелять или нужны стрелы? А стрел... Подожди, а стрелы у меня где-то есть. 54 стрелы. И не держи бомбу в флотах, а то кинешь... Да, я уже понял. Это как бы, да, это хороший совет. Слушайте, а вот я хотел сделать стрелы. Что для нужно для стрел? Синий факел. А вот стрелы. Стрела Джестера. Огонь. А что нужно для того, чтобы их много сделать? Подожженная стрела. 70 сон, 4 крита. Деревянная стрела. А что там нужно делать, чтобы пилить их? Звезды? Ни хрена себе. А это для чего? А, факел. Че, факела-то у меня есть? Давайте бахнем. Ага, понял вас. Понял вас, какие-то стрелы сделал. Пускай будут такие. На кирку не хватает, как вы видели. На кирку не хватает пока что. Или хватает? Ну, только на медную. И на платиновую. На платиновую что-то там. Платиновая. Вольфрамовый слиток. Подождите-ка. Оп. А что там еще было? Железный слиток. Огонь. Давайте тогда бахнем с того, кто что есть. Переведем это все в слитки. Ого. Железного слитка сколько сделал. И медный слиток тоже давайте бахнем. А, слиток пробивает насквозь. Хрена себе. Но она и стоит, я посмотрел, там нехило так. Так, я вроде бы все слитки сделал, да? На все деньги, скажем так. Прочная удочка. Ни хрена не знаю, зачем это все нужно пока что. Это вагонетка, пердетка. Вольфрамовый кирпич. Лампы, решетки. Это все настроено на рапораж какая-то. Не нужна она мне. Опа, дерево. У меня дерево реально кончилось, ребята. Ля, какая беда. Для кирки дерево еще надо. А, дерево. Все, для кирки нужно дерево. Это я могу. Так, подожди. У меня же есть... Подожди. Что-то... Для кирки нужно дерево. Так, подожди. Подождите.
Ну-ка, гол. Ну-ка, гол за мной. Гол за мной. Сейчас пойдем, пойдем посмотрим, что там за... А где все деревья? Такое ощущение, что я все вырубил вообще. Ничего не осталось. Мы, по-моему, даже здесь... А, смотрите. А, это у меня... Я вот эту штуку взял. Здорово. Не знаю, зачем я эту птичку... А, вот, кстати. Что-то я бью-бью, не могу победить это дерево. Ты их не сажаешь обратно? Чего я делаю? Сажаю обратно? Я что, юнат? Я же не юнат. Чё бы их сажал обратно? А надо сажать обратно, да? Там какие-то шелуху с деревьев я выбрасываю вроде бы в мусорку. То есть я себе домой не забираю ее. То есть я все это в мусорный пакет выбрасываю. А слушайте, дайте я постреляю из этого. А как так? Нифига себе. Нифига себе. Это я стрелял, не стрелял, а 40, 10 стрел уже все. Нету нифига у меня. А это что за стрекоза полетела? Блин, смотри, блядь, много народу их летит. Бля, какой хитрый план. Смотри, какой у них хитрый план. Так, я думаю, даже нормально, да, теперь? Смотри, сколько их. Ля какие дерзкие. Ля дерзкие какие. Тихо, тихо, животные. Тихо. Давай, 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 давай. Все по очереди. Подходим по одному. Все, падай. Падай. Своему подруге к своей падай. Все, упал. Деревья среди. Начинать сейчас мы пойдем сажать деревья. Тихо. Отдавай, что там у тебя есть. Все, годно. Тогда давайте пойдем домой. Ну, ближе к дому, точнее. Сейчас мы заберем, посадим эти все деревья. Траву соберем. Все соберем. Сейчас мы рядом с домом как засадим все. И все будет расти у нас. А, это, короче, типа высота над уровнем моря. О, белка даже побежала. Топ. Где у нас тут бегалки эти? Я хочу посадить тебя здесь. 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 На белку посадил, получается. Я посадил на белку дерево. Ничего? Это нормально, если на белке вырастет дерево? А тут нету. Блин, а вот я сюда вот могу. Я здесь не могу. Вот здесь могу. Видали, все? Я посадил. Видали, какой я молодец? Подожди, а чё никто ко мне не идет жить? Я не могу понять. Либо этот отпугивает всех. Так, 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 так. Изготовление. Это что такое? Синий факел. Не надо. Костер не нужен. Ну-ка, давайте я заберу еще разочек. Я, мне кажется, я что-то не та не доделал. Мне кажется, я что-то не доделал. А, справа есть могила. Рядом с ней есть оранжевый цветок. Ломай его. Где-где? Рядом с ней оранжевый цветок. Ну чего? Могила, рядом с ней оранжевый цветок. Вот, наверное, вот этот. Желтый бархатец. Какой-то желтый бархатец. Дали. А, в лесу? О, не, в лесу это далеко. В лесу это далеко. Не пойду в лес. Это очень далеко, я уже не хочу. Медная руда. Давайте руду больше трогать не будем. Но если бы ты сказал бы где-то вот рядышком с домом, я пошел бы. А то ты говоришь сейчас куда-то идти. Ох, ни хрена себе, что я могу делать. А гляньте, что это я могу делать. Гляньте, что могу делать. Ну, тут где деревья, там далеко. Ванну могу. Пописать могу. Котелок. Железная цепь. Я помню, что для чего там нужна была... Это будет помогать с врагами. Вольфрамовый топор. Ну-ка, секундочку, ребята. Во-первых, я хотел бы... Что такое цепь? Я помню, что она для чего-то нужна. Вот это я точно помню. Потом вы говорите, что там вольфрамовый топор.
Или кирка нужна была вольфрам. А ну-ка, дайте я хочу вот этот верстак хочу. Я помню, для чего-то он нужен был. А в итоге я не помню, для чего нужен. Так, туалет не будем делать. А котелок для чего? Давайте тоже его сделаем. Он используется на крафтах, да? Ля как. Но я, видите, какой-то успешный прям в этом прохождении, могу вам сказать. Прям дико. А, все, я вспомнил. Этот буквы вот эти вот никому не нужные. Валуны делают эти вот всякие бесполезные хрени. Все, я вспомнил. Что этот продвинутый верстак на самом деле нахрен никому не нужен. А, топор, а мне же кирка, да? Давайте, да, пойдем, раз куда-то вы говорите. Куда-то надо пойти. А, в деревья, да? Этот цветок будет помогать. Пойдем, сейчас найдем это в деревьях. Да, что ты делаешь? Сейчас пойдем найдем, что там вы говорите. Какой-то супер цветок в деревьях, который растет. А, вот этот что ли? Так я его только что подобрал. Вот этот вот. А у меня топор же был. Или я не делал топор в итоге? Что-то, походу я что-то не сделал, да? Ну, желтый бархатец. А, или вот этот, что ли? Нет, тот красивый, ё-моё. Быстро цветок Эбигейл. Это моя могила. А где вы говорите? Я не знаю, тут тоже моя могила. Я не понимаю, куда идти. Тут крашеная. Давайте пойдем еще. Вот тоже какой-то есть. Все, да? Давайте прогуляемся. Когда я уже понял, что собрал. Иду, так сказать, вперед. А использую? Ни хрена себе. Вот это что ли? Какой из них? Ё-моё. Вот это что ли? Дорог канал. Ну-ка давайте отсюда зайдем. Ну-ка давайте поглядим. Ну-ка, гоу. Ну-ка, давайте проверять. Ну-ка, давайте проверим. Вы говорите там, что там он меня будет? Защищать меня? Мне нужна помощь, да. Я и тот еще. Здесь я, короче, туда шел, потом плыл. А наверх даже не запрыгивал. Здорово. Ну-ка, давай. А почему сюда не ходил, кстати? Я понял. А почему ты меня ударила, а не мой цветок ударила? Поехали. А что тут? Какой-то зимний биом? А, слизень ударил. Какой-то зимний биом, что ли, какой-то я приехал. Короче, какие-то... Ну, я не знаю, а что тут в зиме? Есть что-то в зиме прикольное? Накопай льда на стрелы. Накопай льда на стрелы. Ну давай, давай, накопай сейчас я. Снег, снег, снег. Че прям типа, а, лед, снег. Надо было, получается, что-то другого копать, да? Снег, лед, это разные вещи здесь. Но там вроде бы внизу что-то есть, да? Но видите, я не боюсь теперь никуда утонуть, потому что у меня есть приколюха, которая позволяет мне ходить.
Так, нормально, да? Да я понимаю. Вы думаете, вообще не читай, думаете? Все читаю, вижу. А, смотрите, вот она, приколюха, вот она. А ну-ка, давайте мы ее сейчас. Слышь ты. Все, ловушка с дротиком. ГГ. Подожди, я что-то не смог подпрыгнуть. А, смог. А это кто такие? Кстати, с ним можно сделать снежки. Но это какой-то прям зашквар. Че? Вы что, ребят, какие снежки? Сумасшедшие, что ли? Не факел, ледяной факел. А это что? А, это, слушайте, это такие прикольные штуки. Ну, короче, я не очень понимаю, куда тут дальше. А, смотрите-ка. А, снежки. Стопэ. А, давайте. Там сундук, или мне кажется? Это сундук или нет? Что это такое? Давайте я освобожу. Я не очень понял, что это такое было. А, это просто флакон был. Это был флакон, поэтому... А где, вы говорите, тут были снежки? Я что-то не увидел. А, вот они. Я понял. Ну, давайте попробуем бахнуть снежками теперь. Ага, понял. А, боже мой. Все, ребят, теперь это очень долго буду переучиваться. Теперь буду очень... Реально, причем настолько я уже отвык. Я же настолько сильно отвык от всего этого, от удобства. Во, наконец-то я нашел. А тут, наверное, что-то упадет, да? Это ж так не может быть, чтобы оно... Метательный нож, пылкий жезл, искр. Ну, наконец-то я что-то получил. Наконец-то что-то получил. Ура, ура, ура. И все, да? Блин, зараза, это убьет меня еще. А могу я? Ой. Ха. Видали? Видали, молодец какой? Я. Не, ну вы тоже молодцы, но только, но я все равно. Я все равно больше молодец. Так, давайте врубим свет в этой дыре. Зонтик. А, урон в ближнем бою. Кстати, жезл можно улучшить. А могу я это сделать здесь дома? Ну, точнее, блин, глянь, что-то сколько всего всякого у меня. Что-то надо выбрасывать, надо что-то выбрасывать, да? Ловушка за дротиком. Вот это давайте, вот эту парашу выбросим. Лед. А, медная руда уходит в зрительный зал. Сюрикены мне просто не нравятся. Палочка. Давайте палочку возьмем себе. Вот сюда, вот так, раз. Можем мы ее улучшить прямо сейчас? Нет, сейчас не можем. Зонт это класс. Да? Зонт это класс. Почему зонт это класс? А я еще не взял его, да? Зонт этот класс. Я, наверное, не взял зонт. Да, я его не взял. 10 урона, 4... высокая скорость, будете падать медленнее. А, ну то есть я типа не упаду, даже не умру. Да-да-да, я понял. Ну видишь, у меня из-за того, что есть вот эти сапоги, которые... Короче, с этими сапогами я тоже могу типа ходить как хочу.
Так, давайте. А, теперь кирочка бахнем. И дерево, и дверь тоже заберем себе. А, места нету, все. Но. Писюнов тебе вагонетка, Миша. Только давайте посортируем. Сортировка, раз. А, во-первых, что мне не понадобится? Давайте выбросим. Желтый бархатец. А, обелиск можно поставить. Кактус, камень. Давайте камень дроб. Нет, камень не хочу. Паутину не хочу, снег не хочу. Платиновый кусочек не хочу. Ловушку за дротиками тоже не хочу. Блин, я ничего не хочу выбрасывать, ребята. Вообще ничего не хочу. Мне тут все нравится. Давайте вот так сделаем. Опа. Гляньте, там кто-то ходит. Соточка. Тут еще есть. Ну-ка, да. Бля, я не могу взять, да? Ё-моё. А я не могу взять. Даже могила нужна. Блин, ладно, выбрасываю могилу, ладно, так и быть. Но если бы вы знали, как это просто для меня. Для меня, да, ладно, давайте. Желтый краситель тоже нахрен, давайте. Возьмем лучше вот это. А, смотрите, то есть я пришел в дом. А, то есть это вот эта хата, которую я мог себе взять. Если бы я ее нашел бы своевременно, я бы мог бы здесь жить. Ля, какой я молодец. Табуретка. Удерживайте верх, чтобы лететь выше. Три защиты. Куда мы тебя поставим? Вот сюда. Блин, сколько здесь приколдесных вещей. А это что? Деревянная платформа. А это что? Древесина. Ребят, я не знаю, что делать. Я сундук, я знаю. Я видел его там внизу. Я видел его там внизу. Желтый краситель нахрен уходит. А, что это такое? Быстрый... А, Эбигейл. Все, я понял. Упавшая звезда. Жизнь регенерации. Не надо. Ночное зрение. Не надо. Длительность 5 минут. Что-то, короче, непонятное. Это что? Зелье опасности. Ребята, что такое зелье опасности? Что могу выбросить, ребята? Что могу выбросить и не пожалеть об этом? Стул. Блин. Я понимаю, что это все, короче, нахрен не надо. Взять все. А не смог взять, да? Деревянная... А, не, вот так сделаем. Давай сейчас я скрафчу платформы. Платформы сделаю. Потому что деревяшки тут не нужны. Ни хрена себе у меня дерево. А почему у меня дерево было больше, чем... Ладно. Гиль положил амуницию, это там, где стрелы. А, гиль положил амуницию. Сейчас положу. Сейчас опять сек. Вот так вот. Гель положить в амуницию. Гель, гель, гель. В амуницию. Ага, спасибо. Спасибо. Ну, давайте вернемся к сундуку. Сюрикены мне не нужны также. Платформу забирай. Зелье железной жужи. Защиту на 8 забирай. Гранату забирай. Когда крадешь, не кликай, а нажимай. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, ну здесь пока все, да? Давайте спустимся. Говорите там. А там что? Малое зелье. Давайте продолжим. Но дерево не буду брать тогда. Жезл листьев. Использует древесина, помещает листья. Название, конечно, живой древесин. Что за парашка? Какой-то кашу-то херню мне дают. Зелье лучника. Серебряные монеты. Это отдай. Зелье лучника. Взять могу все? Не, ничего не могу взять. Давайте, короче, нахрен железный слиток отправим. Возьмем... Я не знаю, зачем это надо. Ай, давайте, знаете, что сделаем? Я бомбочки сделал. Во, еще немножечко освободили. Блин, платину руду... Да насрать на нее, да? А если не насрать, то уже все. Все равно насрать.
Сортировать. А у меня такого сундука нету. У меня такого сундука, ребята, не было никогда. Хотел взять его себе, а у меня нет опять места. Сапфир. Медный слиток, абрикос. Я не знаю, ребят, что. Декоративная штука. Все, нахрен. Все, ты уезжаешь. Все, я понял тебя. Жезлы нахрен. Все, спасибо. Я даже смог дерево взять. Понимаете? А ну-ка, дайте я сейчас платформу еще раз напилю. На все деньги. Здравствуйте. Не-не-не-не-не. Ну-ка, дай-ка. Ну-ка, давайте затестим. А, тут не... А, сюда, я понял. Ля, тут сколько всего. Ля, сколько я гулял. Точный аксельбан. Давай я прочищу инвентарь. Что это такое? Точный аксельбан. А, увеличит скорость движения. Не знаю, что это такое. Короче, у меня теперь есть точное ночного зрения нафиг, да? А где оно было? Сейчас я его... Я его сейчас, знаешь, как сделаю вот так вот? А, оно вообще нифига не дает. Понял тебя, спасибо. Аксельбант не теряю. Я его уже добавил, да. То есть все, теперь у меня есть аксельбант. Тем более, раз чувство тоже, да? Я его сейчас одно выпью, чтобы... Типа, чувствовать опасность. Оп. А мы где вообще находимся теперь? Мы вообще, посмотрите, мы прям вообще ушли куда-то. В невероятные какие-то единя. А смотри, а это что такое? Смотрите, что есть. Подожди, а эти дураки, они же будут сильно долбить меня. Ну-ка, давайте мы сейчас... А что мне надо сделать? Так-то может выбросить ловушки. Ловушки. Выбросил. Так. Дали, что могу. Ля, какой я. Видали? То есть я начал... Смотрите, тут как круто. Тут сразу зима начинается. Но вы знаете, что я по этому поводу думаю? Я же железо не выбрасывал. 1000 железа. Я знаю, что сейчас сделаю? Я сейчас вот тут закроюсь. Тюк-тюк-тюк. И все, и давай до свидания. Чтобы всякие дурачки... Ну не, я прям не буду прям все выбрасывать. Я сейчас, ну, я и так все повыбрасывал, у меня теперь вообще ничего не осталось. Я и так через силу все повыбрасывал. Я не хочу все выбрасывать. А ну-ка. Да, смотрите, а он побежал. Так танкист какой-то, что это там. Замороженный зомби. А тут у нас бойки. Смотрите, слушайте. У меня будет еще один аксельбанк. Банк этот. Не могу его, да? То есть есть... У меня, короче, какой-то есть какой? Точный. А скорость движения на 5 и 2 крита. А дали мне какой-то скорость движения. Скорость движения на 5. И здесь на 5. Здесь 2 крита, а здесь скорость движения. А-а-а. Так, это сразу нахрен. Это я забираю. Не выброс. Не-не-не, ребята, я ничего выбрасывать не буду больше. Все, спасибо, не надо. Эти вещи почти бесполезны. И, пожалуйста, не расстраивайте меня. Я в эту игру играю только потому, что здесь очень много полезных вещей. Если я их выброшу, я потеряю смысл игры.
А, кстати, а что это за штука такая? А, это красное стекло просто. А это что светится? Сейчас мы зонтиком ее задолбим. Что-то не очень она бьет, конечно. Я понимаю, Ром, что они все как бы не носят какого-то эффекта. Оказывается, здесь чувство. Все, я понял. Хрена себе, чуть не сдох. А что там, кстати? А, я не могу подобрать. Оп, выпрыгнул. Огонь. А что вот это такое за красная приблуда? А, просто, а, паутина, ёп. Для дураков, короче. Даже надо убегать домой. Всё, побежали домой. А, и вот эти штуки, любые опасные штуки я буду видеть. Давай, спокойной ночи. А что за маленький сумасшедший бежит? Побежали домой. Давай, счастливо. Спасибо, что заглянул. Рад был тебя видеть, хоть и первый раз, но очень здорово. И опять никто не переехал ко мне. Я не понимаю, то есть такое ощущение, что я хреново хозяин. И ко мне поэтому никто не ходит. И ко мне никто не приходит в гости, поэтому... Так, здорово, Егор. Так, давайте. Ничего, нечего положить, что ли? Вы что? Реально нечего положить. Так. А ну-ка дайте я посмотрю, что здесь. А давайте я сейчас скину сначала, наверное, всякий мусор. Наверное, все-таки как тут положу сюда? Вот этот лед положу сюда. Давайте вот это сюда тоже. Вот это нужно, по-моему, поставить. Где-то оно ставится здесь. Видишь, у меня есть кнопка дом. И там вопрос, нажми вопрос на ком. Так это я уже знаю. Дом, вопросик. Этот дом подходит, этот дом подходит. Этот дом подходит, этот дом подходит. Только никто не живет почему-то в моих домах. Хотя все эти дома подходят. Я не понимаю, почему. Всем все подходит, но никто еще не приехал жить ко мне в дом. И в итоге я ничего не могу сделать, да? Такого, чтобы прям сильно радостного. И в итоге я ничего не могу сделать такого, чтобы прям сильно порадоваться. Две золотых монеты у меня есть. Серебро сюда. Золото сюда. Я же, видите, монетки собираю. Знаете, для чего? Да, небось? Небось, все знаете, для чего собираю. Это
происходит не сразу, наверное, каждый день по одной комнате заполняется. Но сейчас должен появиться торговец, появится, когда у игрока появляется золотая монета. Ага. Прикольно, 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 прикольно. Так, а что тут золотую монетку хочу сделать? Давайте. Раз. Оп. Есть. Серебряная. Оп. Ну все. Декоративная. Не надо ничего ставить декоративная. Давайте я теперь золотишко свое поскидываю сюда. Серебришко. Медь. Серебро. И золотую монетку сюда тоже закинем. Так. Я, конечно, очень плохо разбираюсь вот реально во всех вот этих вот приблудах, бесконечных приблудах. Что там у тебя? Наверное, причем я, наверное, вот эти штуки, блоки, точнее слитки, буду сюда вместе с рудой помещать. Ага, не в мусор. А, тогда странно, где подрывник. Взять одну монету золотую. А, может быть, мне нужно, чтобы она у меня была в инвентаре, тогда он приходит. Короче, давайте я пока сейчас вот особо такие вот вещи сюда пораскидываю, которые, как мне кажется... Это что такое? Знамение? Знамена? Гель сюда... А, да, гель оставим здесь. Стрелы здесь. Отлично. Все. Я сейчас просто пораскидываю все вот эти вот полезности. Справа от интернета, ну как раз находятся различные кнопочки. Ты на них потыкай, они что-то делают. А справа от инвентаря. Чего? Справа от инвентаря сундука красного находятся различные кнопочки. Потыкать? Что-то я не понял. А это что такое? Песня дождя. В мусор. Возле сундука. Что-то я, походу, не вдупляю, да? Рядом с мусоркой. А. Бестиарий. Гигантский червь, ползун гробниц, светлячок, пещерная летучая мышь, синяя медуза, черный слизень, пчела. Я почти всех открыл, что ли? Смотрите, почти уж никого не осталось, почти все открыл. Ну ладно. Могильная плита, нахрен. Банка с червями, не надо. А, давайте поскидываю руду, как я и планировал. Вот это сюда. Вот это сюда. Руды... А, давайте сейчас пересортирую. Сортировать. А нужно в инвентаре сортировать только... Сортировка. Вот так вот. Ты еще не покрутил колесиком? Блин, что там? Ну, это все колесико. Колесиком кручу. А, тебе не бестиарий нужен. А, вон их сколько, вон их, ни хрена себе. Ничего себе. 500, ничего себе. Окно эмодзи. Понятно. А, стопку, блядь, сундуки. Ну, короче, я понял. Это сюда. Звезды тоже сюда. Корни какие-то. И причем я не понимаю, зачем это все нужно. Вот это вся куча каких-то бесполезниц. Ух ты. А почему я сюда это положил? Здесь все. О. Сейчас мы сюда это поскидываем. Это, кстати, короче, сюда закинем. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Нужно, например, корни, различные цветы, другие штучки не нужны для зельеварения, для различных краски и других штук.
А я, видишь, Куги еще не сделал просто правильно сундуки. Я еще не расположил так сундуки, как мне хотелось бы. Поэтому я пока что просто это все вручную перекладываю. Хочу все переложить один раз, чтобы оно все лежало. То есть вот здесь у меня будут только руда. Вот в этом сундуке. Вот в этом сундуке у меня будут лежать вот эти семена. Семена. Вот эти вот паутины. Воднолисты, цветки дня, мерцающие корешки, лапчатки, перчатки, сюрикены в лес уезжают, семена, подсолнух, нахрен подсолнух, бойкий ксельбант, лапчатки, бигейлы тоже сюда все, вот эти вот лечебные лечилки, банки лучника, успокаивающие зелья. Апельсины, мандарины, все сюда, короче, уходят. Зелье регенерации тоже пока сюда, пока не буду это все трогать. Вольфрамовый лук оставляю. Вот это все тоже улетает в мусор. Деревянные платформы уезжают сюда. Метательные ножи. Метательные ножи. Ну, наверное... А, я не могу, да? То есть это типа только драка. Только типа драка. Жезл, пылкий жезл искр. Но я хотел бы вот это попробовать, если честно. Что сюда? Сюда мы... Нет, стоп. Могу я скрафтить, интересно? Нет, я уже не могу. А, нет, могу. Могу. Это вот сюда просто я сейчас закину. Это сюда закину. Гранаты и вот эти штуки сюда. Кстати, Бигел не выкладывай. Под смертью Бигел пропадает нужно. А, ну я все равно же появлюсь где-то. Но хотя ты прав. Хотя ты прав. Хотя ты все равно прав, потому что лед забыл положить. Лед забыл положить. Да. Вот так вот. А, цветок не Бигел, да? Вот это, да? Вот его возьму. Здесь у нас что? Я его с собой возьму, да? А вот сюда закину вот эти веревки. Цепочки. Это с собой. Короче, вот эти вот эксельбанты. Непонятные штуки. Кактусовый меч. Бля, знаете, наверное, сколько у него? 10 урона. Знаете, мне очень нравится этот меч. Я не хочу его убирать. В мусор, короче, это выброшу. Вот это тоже сюда. Хотя да, ты прав, наверное, все-таки лучше взять вот эту штуку. Песок просто уезжает в мусор. На, хилки взял, палки есть, это взял, это все взял, разобрал. А, да, жезл. Жезл. Ну-ка, давай посмотрим, давай сходим. Ну, я вроде бы сделал то, что я хотел. Привет. Изготовление. Ну-ка, давай. Нужен обычный жезл искр или ледяной факел. И что получится? Морозящий жезл. А могу я тебе дать вот эту? Подожди, а могу я тебе? А из зонтика он ничего не может сделать? Нет, ничего не может. Давай теперь еще раз вернемся. А подожди, а могу я тоже? Я хотел попробовать кандалы какие-то. У меня есть еще. Вот этот крюк я хотел у него спросить. Он что-то может с ним сделать? Не, не могу. Не может ничего. Ну ладно. Давайте вернемся еще раз к жезлу. То есть нужен обычный жезл искр. То есть а у меня какой? У меня какой-то пылки. Но ледяные факела нужно сделать, да? Тот штук. Ну давайте попробуем, если это про то речь. Давайте я сделаю. Если у меня этого всего хватает. У меня что-то хватает же, да? Снег, лед. Ледяной факел. Не хватит, да, наверное?
Или хватит? Блин, не хватило. Гляньте, не хватило сколько. Завербовал гости. А, да, сегодня будет подготовка. Какой-то модификатор. Еще не был. Сейчас пойду. Гости тоже. Боже мой, что такое? Сейчас пойду гости вербовать, да. Нафиг нам можно. Да? Дальше пошли. Что-то не понимаю, как он. Просто у меня, видишь, Богдан как бы по плану стрим, поэтому я не мог отказаться от него. Как и не откажусь от стрима, который... Ну, кстати, нормально так. Да-да-да. Уходил, ну видишь, как бы, значит, не смог. Значит, не смог заснуть. Но магом тоже вроде прикольно быть, да? Но мне кажется, тут мана все время нужна в каком-то огромном количестве. Или как это называется? Мана, да, наверное? Ну-ка, давайте. Сюда же мы, да, приходили вроде бы? Ну да, мы отсюда шли. Блин, я чуть не забыл. А это что такое здесь, смотрите? А, железная руда, нет, а не надо. Да что вы творите-то? Да что тут такое? А, кстати, ты откуда будешь? И сколько тебе лет, если не секрет? Я из Калужской области, 40 лет. Да что происходит? Глянь, там сколько всего прикольного. Ну-ка. А, я не могу, да, пробиться? 41 год. Все, больше не будешь смотреть мой канал, да? Кто-то теперь узнал что-то такое, что не будешь больше приходить на мой канал на всякий случай, да? Что-то нужно было снег, да? Я бы сказал 30, да? Ну, спасибо. 30, это хорошо. Значит, не до конца еще старый. А из снега надо было, да? Ой, из Ижевска. Я даже не знаю, где это находится. Ну, где-то недалеко, наверное, да? Все, последнее. 105. А, улетаем домой. Ой, я Миша, привет. А могу, интересно, я... Вот так вот. Ну это нет, так только калика. Это только калека делает. Так только калич делает. Блин, вы знаете, у меня там так вкусно пахнет.
Блин, наверное, буду стрим заканчивать, ребята. Очень вкусно из кухни пахнет. Опа! Ни хрена себе навалило народу. А, гляньте, гляньте, сколько народу пришло. Кейтлин и дед Кристиан. А раз такое дело произошло, на сегодня мы с вами закончим. Василий, я уже понял, Василий. Раз такое дело, специально заходить не буду в игру. Вот, на сегодня закончим. Пойду я поужинаю, пока не поздно. А, и надо мне готовиться к субботнему стриму по мифам Империи. Вот, поэтому все оставляем. Вам хорошей, спокойной пятницы. Увидимся в субботу вечером на следующей трансляции. Люблю, целую. До скорых встреч.